Зачем я показываю вам эти картинки? С какой целью? Как вы думаете? Зачем я все время показываю картинки эти? Пляж, бар, бассейн, здание, номер в отеле, ресторан, людей, веселящихся и радующихся жизни. С какой целью я вам показываю? Кто сидит сейчас в зиме где-то? В России, в Украине и в других странах, где не так щедро природа одарила местное население. Зачем? Зачем? С какой целью? Ведь всегда есть цель. Вы же знаете, я всегда все делаю с какой-то целью. С какой целью я это делаю? С какой? Вот это ресторан. Через час опять там надо быть. А вот там еще один ресторан. Это ресторан Монте-Кристо. А вот это ресторан Кристалл. Вон он, Кристалл. Вот зачем? Ресторан кулинария. Ужин сегодня будет. Сено. По-испански ужин. А вот еще один ресторан. Называется Кристалл. И тут другой меню, ужин, сено по-испански. Вот он. А вот еще один ресторан. Называется Гейша. Ресторан Гейша. Японский. Другой ужин. А вот еще ресторан. Ресторан итальяна. Итальянский ресторан. Ресторан Ла Бамбола. Сено. Ужин по-испански. Вот гуляй, не хочу. Люди отдыхают. Зачем я вам это все показываю? Зачем? Зачем? С какой целью я все это вам демонстрирую? Вопрос повис.